Праздник для людей с большим сердцем. В Ульяновске отметили День приемной семьи. В регионе проживает 3500 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Из них более 3000 детей воспитываются в приемных и опекунских семьях. Для виновников торжества прошел концерт в Центре культуры «Патриот». Я отдаю себе отчет, что нужно обладать очень большим желанием, очень большой энергией, иметь неравнодушное сердце и быть очень добрым человеком для того, чтобы осуществлять вот такое значимое для себя действие, как прием, может быть, в какой-то момент чужого, но потом он становится очень родным, этот ребенок. Я очень сильно благодарен вам за то, что вы вот у нас есть такие. Нина Корниенко уже 7 лет является опекуном для своего внука. В 10 лет мальчик остался без матери, в 2019 году потерял отца. Несмотря на утрату родителей, Никита целеустремлен, преуспевает в учебе и спорте. Юноша растет настоящим мужчиной, всегда держит слово и помогает бабушке по хозяйству. Сразу он, если не сможет сделать, но обещание свое выполняет на следующий день, через 2 дня, но я больше не напоминаю, никогда. Вот сказал, сделаю, значит, сделаю, все, больше никаких. По даче помогает, в доме помогает. В другой семье родная тетя стала опекуном для своих племянников. Наталья Ванюшина по сложившимся обстоятельствам с 2017 года воспитывает 3 племянников, один из которых с ограниченными возможностями здоровья. Родная дочь матери-героини отмечает, что в семье всем уютно. Вместе они занимаются хозяйством и помогают родителям в домашних делах. Конечно, мне всегда весело со своей семьей. Знаешь, в семье никогда не заскучаешь. Для приемных и опекунских семей в регионе действуют социальные меры поддержки. В их числе единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание. В этом году его получили 193 семьи. Размер выплаты составляет 22 909 рублей. Кроме того, приемные родители могут получить единовременное денежное пособие в размере 100 000 рублей на каждого ребенка. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.